Смотрите, маска, в принципе, на моем подбородке, на шее. Я ее снял на 2 секунды, чтобы показать вам, что, в принципе, не только у нас в России происходят такие катаклизмы в плане того, что артисты выступают при пустых залах, но и в Дубае тоже шоу «Ла Перла», и, к сожалению, так мало народу, хотя видно, что это очень огромный зал, очень красивый, практически как, не практически, а такой же, как в Лас-Вегасе, наверное, цирк «Дю Солей». Поэтому смотрите, но мы с удовольствием посмотрим это шоу и, надеюсь, скоро наша «Ледовая симфония» переедет в этот зал. Скромняшка. Да, я не один пришел, я пришел со своей женой из Бишкека. Она только из Бишкека вернулась.